Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Dark Souls 2. Продолжаем просто утопать в слезах в этой ужасной локации. На самом деле, не вся локация ужасная, не вся такая противная, а только вот это место, да, перед боссом, насколько я понимаю. Ну, если там будет босс, да, то вот это как раз место очень противная. Так, у меня стрелы закончились уже, я все потратил. Ладно, давайте попробуем сейчас. Может, вот так вот как-то. О, ваншот, хорошо. Хорошо, да не очень, собственно, потому что это только начало. Ой. Да ну елки-палки, отстань. Тут еще где-то была такая же гадость. Противная, не менее. Где-то. Не помню где. Кстати, там вот я вижу какие-то, да? Возможно. Да, это все возможно можно сломать. Давайте пойдем поисследуем немножечко эту локацию, потому что я устал, я умирал уже, ох, сколько много раз, прежде чем продолжил в очередной раз записывать серию, потому что я все время там дохну, дохну, дохну и дохну на том вот месте перед туманом. Так, а теперь давайте я, наверное, возьму копье души. Может, копьем души будет немного получше. Отлично, в принципе. Все равно траву придется сейчас есть. Да и посох, наверное, чинить придется, я так думаю, потому что все. О, кольцо жизни плюс 2. Платье поющей. Давайте посмотрим, что мы тут нашли. Платье поющей. Ну, в платье, конечно, ходить я не особо горю желанием, но мало ли, вдруг хорошее. Так. Вот это вот, платье поющей. Никаких бонусов нам не дает. Платье отчужденной музы практически не защищает от физических атак, зато обладает большой устойчивостью к магии. Большей, большой. У них есть только песня, которую им дал великий мертвец. Они не осознают себя, они живут только для того, чтобы петь, и они будут петь, пока это возможно. И, кстати, кольцо. Кольцо жизни плюс 2. Мне кажется, можно его даже одеть. Куда только вот бы придумать. Ну, давайте посмотрим по сравнению с вот этим колечком, да, сколько оно будет давать. Ну, 30-70 жизни, но отнимает у нас... Блин, ну мне нравится кольцо драконье это. Так, давайте съедим, наверное, немного травы, чтобы заклинание восстановить. У меня, кстати, все поломанное, все раздолбанное. Это ужасно. Так, одну травку съедим, и может быть даже еще одну. Траву мы можем, в принципе, покупать. Проблем с этим нет. Но вот место это очень грустное, и все способы здесь подойдут для того, чтобы его пройти. Так, тяжелую давайте возьмем, ну потому что... Давайте посмотрим еще в бинокль. Вот, тут стоит два милишника и два мага. И плюс еще один маг вот здесь вот. И тут уже по нам стреляют. Отлично. Просто супер. Как мне к ним так подобраться, чтобы меня не убило, я пока не придумал. Раза три или четыре переигрывал уже это место. И пока что только все в никуда. Ближе подходить к ним не вариант. Смотрите. Смотрите, насколько сильно они лупят-то. Ну вот, собственно, очередной провал. Очередной провал. Я без понятия, как здесь. Ну, ненавижу. Ненавижу их. Близко к ним не подойдешь. Уже он
Мне человечности не хватает. Давайте, может, поможем другим игрокам, может, попробуем, да? Может, кто-то призовет, да, мы хоть человечность восстановим, это уже будет какой-то плюс. Маленький мелок, чтобы меня быстрее отпустило. Так, и вот эти ребята ненавистные. Так, отлично. Меня довольно быстро призывали, что говорит о том, что здесь много людей останавливается на этом месте. А, их двое, мы втроем пойдем. Ничего себе. Ну ладно. Главное, чтобы хозяин мира не умер, и все будет хорошо. Так. Все куда-то разбегаются, я буду поближе держаться к хозяину мира, стараться. Он в доспехах этого зеркального рыцаря, которого мы убивали в одной из прошлых серий, там как-то. Смотрите, я тут даже лут могу собирать, оказывается, да? Какой-то непонятный. Шеф, пошли. Он, наверное, знает, куда нас ведет. Мы там, правда, были, по-моему, в прошлый раз. Ну типа открыть этот точно. Во. Ну вот. Hello. Отлично. Вот он молодец, тоже проверяет. Не мимик ли там? Хорошо, идем дальше. В принципе, вот эту вот часть я пробегаю спокойно до того огра. Довольно безболезненно. Так, главное не упади, дружище. Главное не упади. Ты там лут собираешь. Тоже надо. Я, по-моему, никого даже стрельнуть не успеваю. Все нормально. Но вот сейчас, может быть, нам... А, кстати. Вот такой вот ход конем. Отлично. Тень побеждена. Оу. Долг исполнен, отлично. Главное, не умри. Главное, не умри, отлично. Долг исполнен, супер. Давайте я хоть, может, еще успею немножечко пострелять. Нет, не успеваю. Давай, держись. Ну хорошо, я человечность восстановил таким образом. Ох, так, ну хорошо. Так, теперь попытка, значит, номер... Не знаю сколько, но, в общем, побежали. Побежали, можно даже щит пока что взять. И побежали ровно до того же места, где я остановился, когда вот только что был... Ау. Называется довольно безболезненно. Не, ну, в принципе... Беги, 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 беги. Оп. Отлично. Все, мы от них убежали. Теперь расправляемся с вот этой магичкой. Без труда, как бы, да. Вон там мои души лежат. Блин, это жестко, конечно. Так, по нам уже стреляют. Может быть, все-таки попытаться кого-то тоже призвать себе на помощь. Хотя, меня идея эта не особо радует, если честно. Воу, там вот к нам уже летит стрела. Следующая... А, нет, следующая уже не летит. Давайте мы... Ну, что такое? Вот этого... Огра по-любому приходится убивать, потому что...
потому что он очень противный и наносит много довольно-таки урона. Давайте мы даже... Да ну, надоело мне эта гадость. Тут, по-моему, меня уже с этой стороны стреляют, да? Да. Так, все. Нет, не все. Только начало было. Блин, надо было ее хотя бы убить одну. Хотя вроде нормально до этого я так бегал здесь. Так. Смотрим. Большая, тяжелая. Давайте возьмем и... Тут я, по-моему, не достаю. Но я могу и ошибаться. Так, давайте попробуем попадать еще, если бы. Нет, тут я не достаю однозначно. Так. Самоцветик съем, чтобы бутылки не тратить. Теперь как бы так попробовать. Как бы так попробовать. Вот так вот можно попробовать. С этой стороны вроде по мне пока никто еще не стреляет. Вроде бы. Так, но зато тролль уже к нам идет, этот огур. Давайте. Может, он не к нам, он когда первый раз агрится, то он потом начинает тут блуждать, бродить туда-сюда в непонятках. Окей, с ним мы справились. Теперь давайте попробуем. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Жалко, что я не могу из двух выстрелов убивать этими стрелами большими, тяжелыми. Так бы было бы в разы проще. Ну хорошо, мы, значит, уже добрались до одного, до следующего, в общем, домика, да? Только вот осталось сейчас еще вот тут кто-то у нас лежит, да? Отлично. И вот там вот трое лежат. Я не знаю, агрятся они, не агрятся, но я их все время убиваю. Что-то я падаю как будто бы, нет? А, это просто вода течет, и мне кажется, что я падаю. Ну, течение такое небольшое у воды. Так. Вот, этих троих я все время убиваю. Ну и теперь идем дальше. Здесь еще кто-то. Там, по-моему, еще один такой же противный товарищ есть. И, может быть, попробовать здесь на помощь позвать друга. Звонок другу сделать, да, такой? Вот этого мы убиваем быстренько. Милишника. Он проблем не представляет никакой, по большому счету. Вот. А дальше уже маги по мне стреляют. Уже. Уже они стреляют, гады. Ненавижу. Кстати, там что-то забыл. Из вот этих... Нет, из магичек ничего интересного не падает, хотя мерцающий титанит неплохо весьма. Из вот этих подводных гадов выпадают человеческие фигурки. Давайте попробуем. А, стоп, это НПЦ. Хо-хо. Фелиция храбрая. Такое я еще не видел. С ланцей. Блин, как меня ребята с ланцами раздражали на аренке. Ну хорошо, попробуем. Попробуем сейчас, значит, выйти с Фелицией. Мачуток. Так, держись, Фелиция. Я надеюсь, у нее хорошая... магическая защита. Давайте я бутылку выпью, чтобы быстрее. Ну что, повернись хоть в ту сторону. Блок там щитом поставь, я не знаю. Так, ну хорошо. С Фелицией немного попроще стало. Так, дальше как я вот эту подругу убивал, я уже немного не помню. По-моему, как-то вот так. Из-за стеночки. Хорошо, с Фелицией... С Фелицией... Не с Фелицией мы разобрались, а. С еще одной магичкой. Так, а вот здесь где-то... Кто-то к нам вылазил из-под воды. По-моему, дальше вот тут, да. Есть такое дело. Хорошо, давайте пойдем душу нашу заберем, наверное. Как-нибудь аккуратненько.
Что там Фелиция, чем занимается? Фелиция застряла. А вот отстряла, хорошо. Так. Нет, тут плохо. Все весьма плохо. Смотрите, она очень хорошо отвлекает врагов от меня, да? Поэтому давайте мы попробуем, пока у нас есть возможность такая, разобраться с врагами. Так, хорошо. Фелиция реально храбрая, потому что здесь место лютое. Конечно, может, если бы у меня сопротивление магии было побольше, то, может быть, совсем все по-другому было. Так, полечить я тебя никак не могу, да? Жаль. Хорошо, но до этого места я добирался, а вот дальше меня те трое ребят убивали. Но я, правда, был сам. Может быть, сейчас при помощи друга Фелиции, да, может быть, будет как-то немного лучше. Давайте попробуем сейчас мы копьем души их застрелять всех там к чертям. Чтобы наверняка... Ой-ой-ой. А, ну, Фелиция пошла, он в разгул, в разнос. Все, всех убила, нет? Это именно лекарь, наверное, да, она... Ничего не делает такого страшного. Так. Хорошо. До этого места мы добрались. Это просто замечательно. Мантия архидракона. Кстати, давайте посмотрим, что это за мантия. Мантия. Шлем алонского капитана. Так, это шлема. Мантия... Архидракона. Вот это? Разве? А, то есть клирик начинается вот этой вот мантией. Как ни странно. Ну ладно. Так, хорошо. Давайте смотрим под ноги и попробуем забраться вот сюда наверх. Может, там что-то отдельное лежит. Красивый череп. А, кстати... Замечательные черепа, которыми я не пользуюсь, да, которые мне могли бы неоднократно облегчить жизнь. А я ими не пользуюсь. Ладно. Так, что мы будем делать? Мы пойдем куда-то туда, может быть, или сначала попробуем убить босса? Так. Туда мы далеко не пойдем. Душа героя, небесное благословение. Хорошо. Значит, у нас только босс. Потому что я не знаю, как туда добраться. До вот там светящихся штук. Но там я вижу... Вот там были где-то кувшины, которые проклятие вешают. Я не думаю, что они недаром там в воде лежали, да? Все-таки. А где-то можно дальше было как-то туда пройти. Но я не знаю. Давайте попробуем убить босса. Сейчас вместе с Фелицией на пару. Посмотрим, что у нас получится. А, это не босс еще? Оу. Неожиданно. Сейчас, по-моему, Фелиция останется без доспехов у меня. Я, правда, не знаю, как действуют на нее эти штуки или не действуют. Ой, смотрите. Много интересного на здоровье. Да, вот это у нее, конечно, фляги с Эстусом. Ничего не скажешь. Прям вообще такие ни о чем. Кстати, там, смотрите, гриб здоровенный какой. А, костер, фантастика. Так, Фелиция, может быть, ты уже справилась со своим заданием и пора тебя отпустить. Так, все, путь... Расчистили. Давайте пойдем посмотрим просто, что у нас там. Это ужасно. Я думал, тут босс, а тут еще и не босс. Оказывается, а тут дальше боль и страдания. Так, Фелиция, что мы, может быть, сможем... Ну, это если я сейчас здесь отдохну у костра, там уже все... Ну, ладно, я, наверное... Блин, надо починить оружие, надо все равно отдохнуть. Невозможно использовать костер, потому что магичка на меня там сагрилась. Давайте мы отбежим подальше немного. Может быть, теперь можно будет. Слушай внимательно.
Ладно, значит, надо ее убить. Ладно, пошли. Много крови. А, ну да, конечно. Оно и не удивительно, что здесь много крови. Так, надо не позволить Фелиции умереть. Чтобы у меня еще заклинания были. Было бы замечательно. Так. Отлично. С одной магичкой справились. Давайте, может, еще одну попробуем. Блин, или можно с другой стороны починить посох, да? Раз Фелиция пока с нами. Блин, ну не хватило, вот буквально капельки, все, и закончились мои заклинания. Надо меньше хлама всякого брать, называется. Все мои заклинания закончились, так. По-моему, сейчас Фелиция умрет. Да, Фелиция померла. А, может быть, я как раз, кстати, из-за Фелиции не мог... костром воспользоваться, потому что магичка вроде не согрелась на нас. Ладно, давайте попробуем отдохнуть у костра наконец-то и пойдем дальше страдать. Пойдем дальше страдать. Так, надо заклинание перемешать немного. Что мне сейчас не нужно? Ну, мне кажется, большой меч душ пока мне не нужен. Я вместо него лучше возьму пачку вот этих вот стрел. Уже будет немного получше. Только я не место, не место, место. Так, давайте мы тогда сейчас вот так вот сделаем. Окей, все. О, боже мой. Все заново отреспились. Это ужасно. Это просто ужасно. С грибов, интересно, что-то падает, может, полезное. Да, ну что такое? Да, автотаргетом она... Она, гриб, не выделяется, к сожалению. Но, в принципе, довольно простой. Только пришлось немного посох поломать. К сожалению. Так... Теперь по поводу сожаления. Боже мой, давайте куда-нибудь. Нет, да что ж такое? Вот так, все, стоим, хорошо, стоим. Давайте съедим чего-нибудь теперь и подумаем о жизни. О том, куда нам надо идти, о том, куда нам не надо идти. Там, по-моему, там светится просто что-то, может... Ох, ёлки-палки, там вон дверь какая-то виднеется. Тут куча всего валяется, да, прямо так посреди этого. Так, хорошо. Мужаемся. Окей. Это уже хоть что-то. Ох, нет, это уже неинтересно. Слишком близко подошел. Нужно, короче, брать ее в таргет. Отходить. Таргет не спадает. И теперь расстреливаем. Тихонько там себя. Отлично. Одна повержена. Ну что ж, оп. Ух, хорошо. Просто профессионально. Можно сказать. Но это только начало. Фимиам скептика. Окей. Там вот что-то лежит. Давайте пойдем посмотрим аккуратненько. Что у нас там может лежать. Большая душа и... цветочек. Так, дальше идти не стоит. Там обрыв.
Окей, может быть сюда попробовать сходить, на эту сторону. Еще магичка такая лежала, типа не при делах. Хорошо, я даже рад, что мы ее убили. Чувствую, что я отомстил немного хотя бы за все мои страдания. Так, хорошо, ладно, давайте пройдем немного дальше, вот туда попробуем. Вроде бы я видел магичку вот там одна, да? Нет, там не магичка. Где-то я видел магичку, по-моему. Там. Не знаю, ладно, давайте соберем сейчас. Что мы тут можем собрать? Душа. Оу. Привет. Ох, ничего себе. Лупит-то. Отлично. Так, ну это был НПЦ, это не противник, можно сказать, но заклинание я на него потратил. Так, давайте еще камушек. Бутылки я пока поэкономлю немного. Вот тут магичка. Хорошо, давайте мы от нее тоже избавимся. Так. Что и где тут было, я не понял. О. Нацелил я кого-то. Там еще вон кто-то есть. Отлично. А вот теперь можно и с магичкой, я думаю, разобраться. Тихонечко, не надо кастовать тут ничего. Хорошо. Что, пойдем сюда посмотрим, что ли? С тропинки лучше не сворачивать. Насколько я понимаю. Так. Зеленый цветок. Мне почему-то кажется, что вот эта дверь будет сейчас закрыта. А, нет, смотрите. О, это еще одна. Ой, а там что? Босс? Че, серьезно? Роскошный вид. Да, прям красавица. Ой, что это с ней? Что это с тобой? Так. Ну вот тут мне кажется, что реально босс. Но давайте мы оставим мелок маленький, попробуем, потестим. Босс там или не босс. Кстати, мне ребята в комментах писали, что если возле тумана не ставится мелок, значит там босс. Не знаю, насколько это как бы правда, но я попробовать никогда почему-то не это. Не получалось. Уязвимость голова, и тогда уязвимость огонь. Уязвимость голова. Так, хорошо. Давайте мы возьмем сразу вихрь душ. И посмотрим на эту лягушку, наверное, да? Насколько я понимаю, это будет лягушка. Ну что, пошли, рискнем. Лягушка. Так, а тут бегать нормально хоть можно? Ага. О-о-о-о! Фантом побежден. Это я, наверное, зря. Надо было убегать. Давайте сейчас... А, бутылка. Быстренько бутылочку, отлично. Так. Эх, не успел. А, нет, успел, смотрите. Не знаю, как там... Наверное, немного урона пошло.
Насколько я понимаю, да, только в голову можно ей попадать хорошо, пока она вот этой в ореховой шкарлупе такой прячется. Реально похоже на орех, когда голову прячет. Ну, выходи. Выходи. Ладно, пойду поагрю на себя ее, если что, чтобы она хозяина мира не убила. О, закончились мои замечательные заклинания. Ладно. И копье душ закончилось, да? Когда оно успело закончиться? И... А, заклинание. Да, да, надо восстанавливать все-таки. Что у нас есть еще интересного? Интересного ничего нет, я бы сказал. Так, куда ты? Далеко собралась лягушечка? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо так резко только. Не, ну вроде не страшно. Вроде не страшно. Я, наверное, сейчас ее в соло завалю, потому что... Вроде как не страшно. Сейчас будем пробовать. Гладкий шелковистый камень. Спасибо. Заклинания восстановились у меня. Что, конечно, не может не радовать. Вроде несложная лягушечка. Давайте попробуем тогда сейчас мы как... Вот это для начала. Возьму я щит. Бинокль мне точно не надо. Хотя... Нате в глаз. А, не достаю. Ладно. Заныкалась. Умная лягушка. Ну, давай, давай, давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я в стенку немного уперся, что-то. Как-то нехорошо так уперся. Так, ну что, давай дальше. Давай, 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 давай. Отлично. Давай еще разок я успею. И может еще разок. Нет, не успел, это зря я просто так потратил заклинаница. Так, хорошо. Вот это тоже зря. Блин, стенка, да ну что ты будешь делать? О, неплохо. Неплохо. Так, сейчас она будет на таран меня брать, да? Насколько я помню. Да, вот как-то... Ой-ой-ой, больно было. Нет-нет-нет-нет-нет. Уходи, уходи, уходи. Ушел. Как ни странно. О, она не плювала, она не плювала, перестань плевать, ты же не плювала никогда. И еще разок, получай. А, не успел. Ну, сейчас успею, я думаю. Все, лягушка... Квакушка, умерлушка. Сколько мы... 26 тысяч душ, ключ скованного и душа демона песни. Отлично, ключ скованного. Ключ... Я уже, если честно, даже не помню, где была закрытая дверь, которую мы сейчас можем теперь открыть. Я помню, что была она в той локации, но где конкретно? Вот это вопрос. Так, отсюда мы пришли. Помоги. Босс впереди, уязвимость волшебство. Да, отлично. По-моему, была еще, был второй где-то путь. Хорошо, что здесь никаких обрывов не было. О, вот второй путь. Так, может я еще что-то... А может, кстати, и был где-то здесь. Хотя, не знаю. Неважно, давайте посмотрим, что у нас тут. Отлично. Ну, не знаю, насколько отлично. Ладно, может, пойдем дальше себя. Очень хорошо. Так, только трупов здесь количество меня немного смущает. Надежда. Да, я тоже надеюсь, что я сейчас найду костер, как минимум. Пока что только факелы. Так. Давайте попробуем в эти двери зайти.
Отлично. Отлично. Ну ладно, я сразу к следующему костру попробую добраться сейчас. И, наверное, на этом мы серию закончим с вами. В принципе, босс был довольно легкий. Ничего вообще в нем интересного не было. Только вот плюваться он почему-то решил. Вот когда я его сам бил, да? Ну а так, довольно простенький пока что. Урон у нас уже хороший такой идет от магии. Боссы, в принципе, страдают. Так-с. Вот мы и спустились куда-то. Куда-то давайте пойдем посмотрим, куда мы вообще спустились. Склеп нежити. Отлично. Ну, теперь уже в склепе нежити, насколько я помню, будут те призраки, с которых я хотел меч выбить. Замечательный меч, который позволяет колдовать заклинания как с посоха, да? Вот. Но давайте на этом я закончу, наверное. Сейчас быстренько посмотрим, что там и закончу. Быстренько так, оп-оп-оп. Там с факелом кто-то ходит. Ладно, ребят, все. На этом я прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. А я думаю, там, может, следующая или через серию мы еще побродим по вот тем злосчастным местам, по болоту, по этому ужасному с магичками. Но это уже будет попозже. Пока.